У Слуцкой родилась особенная дочь, о чем умолчали СМИ. Слуцкая рассказала об особенности новорожденной дочери. В конце прошлого года Ирина Слуцкая родила дочь. Первые несколько месяцев спортсменка скрывала лицо наследницы, однако позже стала регулярно делиться снимками с ней. А поклонники только рады. В своем инстаграм-аккаунте Ирина Слуцкая поделилась кадром, на котором запечатлена с 9-месячной Кирой. Фигуристка решила ответить на частый вопрос подписчиков, почему у малышки до сих пор нет зубов. Спортсменка призналась, что не удивляется, поскольку ее старшие наследники переживали то же самое. У всех детей стали прорезаться зубы лишь на 9-10 месяцах. Недавно у Киры появились 2 нижних зуба, остальные пока не появляются. Ирина рассказала, что малышка, как и все дети, очень капризничала во время этого процесса. Девочка была не в лучшем настроении и, очевидно, не давала спокойно спать родителям. Некоторые пользователи сети посчитали странными беспокойство поклонников по поводу позднего роста зубов у дочери Слуцкой. «Я не понимаю, как можно задавать такой вопрос? Вы хоть раз видели взрослого человека, у которого никогда не было зубов? Вырастут, когда положено», — сделала справедливое замечание подписчица.